Наши дорогие дамы собираются на встречу с подписчиками. Коленки дрожат, руки трясутся. Музей есть, вход перекрыли. Где да, сейчас? Проблема-то вон. Если встречи не будет, то потому что нет входа в музей. Да, перекрыли. Да, перекрыли. Надо было нам именно возле входа в музей назначить встречу. Вот они нам перекрыли. Здравствуйте, звезды, нужно к вам. Вот, первый вопрос. Ура! Очень! Прям задавят на встрече. Нас снимает неудобно. Все, мы с Еленой Ветининой чуть не съездили в Испанию, пока я не приехала. Ну ничего, съездили куда-то. Да, идем, там будет концерт. Вот и первые подписчики пожаловали. Значит, встреча состоится. А я вас тоже знаю. Я вас уже видела на видео. Да, очень приятно. У вас очень красивая дочка. Спасибо. Спасибо. Даже кто-то написал, что она бабушка. Ну, это нет. Это неправда. На всех по чуть-чуть, скажем так. Я не разбираюсь, но я вижу, что очаровательная. Надо было бейджики заказать вам. Выше, вот так? Вот и туса собралась. А мы уже местечко вам присмотрели, где мы будем сидеть. Москвичи, что вы делаете? Они все думали, что это исторический музей. Я сюда. Да? Да, я сюда. И встали посерединке, поэтому. Да. Я говорю, может, здесь стоим? Может, там входа нет. Какая компания собралась? Ну, красота же! Мы сейчас подождем. А может, с вами? Мы сейчас подождем. Дождемся всех этих. И уже пойдем в тихое место. Ладно? 10 минут подождем и пойдем в тихое место. Все пойдут. Или ну все на Лен, а можно с вами? Да, да. Не путай. Давайте, не скупаем, да. У нас место есть, время есть, мы с вами. Они туда. Нет, я что ж хочется снять вообще, да. Я пришла, думала, я сейчас... Запомнить, вы меня простите, если вдруг я что-нибудь... Пойдемте, пока. Вот здесь. А потом... Ой. Сейчас нас мужчины раздавят. Девчонки. Уже несколько. А потом я... Лена, Лена, вы счастливы? Я счастлива. Вот все девочки прекрасные собрались на нашу встречу. Великолепно просто, молодцы. Я даже не ожидала, девчонки, правда. Ура, ура. Меня просто сегодня счастливее. Лариса сегодня говорит, Лена, вот посмотришь, будет так много твоих зрителей, и они сделают твой день. Я куплю два, если придет, я все равно буду. Да, да, да. А можно мне тоже? Мне так... О! Лёденьку, подарочки, шарики вот такие. Кружим. Лена, ну что, кто багаж дополнительный повезет? Я говорю, я поеду только с ручной платьем. Лариса говорит, так, оплатишь багаж и повезешь. Написала, ничего не приноси, я ничего не приношу. Здравствуйте. Мы успели, мы еще не выходим. Это хорошо, спасибо. Пусть фабричный, там немножко пройти, тут по мне сейчас. А она еще пахнет клеем моментом. А что это такое, Лен, покажи. Это из кожи эти броши. Ой, вам, кстати, сейчас... Вот представляешь? Да, представляю. Подходит как раз. Спасибо, я пока положу. Может,
А где ваша тарелка? Вот она. А, беседа. Где? Девчонки, я сейчас все перепутаю, все ваши подарки. Вы меня простите, я же это буду все потом снимать на камеру, и я просто все перепутаю не за вас. Просто покажу, ладно? Девчонки, давайте потом. Лена, надо было брать с собой чемодан. И что я клетчика с обувью взяла? Великолепно. Так много народу. Что вам подарили? Вот так вот. Конфетки Москва. Конфеты. Тут, я даже не знаю, это сейчас, если открывать там конфеты, конфеты, полотенца, подделки. Это экспромтом, вот экспромтом ничего по воздаче. По вас не скажут, что вы сдачи ехали, такая цена, вот там. Да, да, да. Да, супер. Я прям пока мечтаю, я сняла, но подработала, вот мне нужна была. Спасибо. Сейчас уже не так много. Ой, как здорово. Вот. Спасибо огромное. Так, Ленок, 10 минут. Давай, наверное, передвигаться потише, где, а то голова трещит от прямо. Концерт еще? Да, сейчас ведь тем более начнут концерт. Делегация выдвинулась. Да, она залазит в сумку. За ярмарку. Да. Сейчас вот мимо музея и за ярмарку. Коренная москвичка. Сдвигайте 10 столов для поклонников Елены. Слушайте, а если мы сядем, надо что-то заказывать. Ну, водичку сейчас закажем. Может, что, чай, кофе, как бы. Я, например, пить хочу, поэтому. Русские женщины, не бы подождать официанта. Сами все сдвинули. Сейчас еще и есть сами приготовят и чай нальют. Хорошо, там никто не сидел. Лена, Лена. Девчонки, давайте посчитаемся, сколько нас, чтобы я знала, сколько пришли. Один человек ушли. Еще ушли. Двое ушли. Двое ушли, значит, уже два есть. Свет, а что вы так с краешку? А я, чтобы видеть все. А, во главе стола. Я найду место, не переживайте. Тебе это кажется. Ты, говорит, себя недооценишь. Надо было с ней на 5000 спорить, точно. Ну, надо было спорить. Она прям была уверена. Подожди, говорит, посмотришь. Ты встречи дал этот человек. Да. Сейчас я вас запечатлею. Конечно, я. У вас есть где-нибудь контакт? Я в контакте есть, да? Лариса, чуть-чуть, вот прям для меня. Нет, наоборот. Ну, ты что? Так, девушки, Лена, смотришь? Да, смотришь. Девушки, милые, улыбаемся. Вот, еще раз. И Маша. Улыбаемся. Улыбаемся. Так, кто ты не улыбался? Ну ладно. Тебе не пишет, тебе не пишет. Помните, как Женечка, это же, кто, Казанов рассказывал про Женю, который гинеколог. Как-то с Женей, Женей Приморучкой. Помните, нет? Нет. Пишет, пишет гинекологу, парень, прошу. Я хочу вам сказать, что Лариса пообещала, что она откроет канал. По очереди. Ой, можно не сдавайте. А можно город? А можно не снимать? Москва. А имя? Меня зовут Лилия. Я есть ВКонтакте. Я есть на Ютубе. 1 января утром я встала, и у меня 10 тысяч подписчиков. 1 января ровно 10 тысяч. Вот как загадала, утром стою, открываю 10 тысяч. Вообще. А два дня назад сколько было? 3 двойки? Ой, 5 двоек. 22 тысячи. 22 222.
Лена мне скриншот сделала. Посмотри, какая у тебя, да, да, нужно все хранить. Давайте следующий. Ну я писала, я не подпишу. Самого кончика. Наташа, ну как бы я все видела. Я не знаю. Пишу комментарии. Нет, это Ленин. Просто мне не подходило. Я такой же. 16-го года. Я в 13-м году открыла канал, чтобы иметь возможность писать комментарии, там еще что-то. А с 16-го года я отправила Наташе Крик свое видео, и такой взлет пошел. Вы из Москвы, да, Лена? А я москвичка. Ну как нет, я родом из Гамбурга вышла замуж, я уже 3 года сижу. Здорово. Первая на очереди, продвинулась, как в детский сад очередь. Пришла на встречу, продвинулась в очереди. Я очень люблю путешествовать. А те, кто не пришел на встречу, те вниз. Я очень люблю путешествовать. Вот везде, где бывает Лена, я так люблю. Спасибо, Леночка. Передаем эстафету. Просто вы и пришла. Неделю всего смотрит и пришла. Спасибо огромное. Зашла, посмотрела. Боже мой, я люблю рукоделие. Я дома что-то шила, что-то делала, что-то, ну там, когда есть время, когда нет. Я обожаю то, что переделывать, распарывать, разрезать, потом делать. О, хорошая вещь, получила. Вот на неделю назад зашла, посмотрела, думаю, ну надо же. И мне просто очень радуют женщины, которые не скучают, которые не плачутся на жизнь, что вот скучно, все, заняться нечем. У меня есть несколько знакомых, которых я даже немножко отодвинула, потому что когда выходишь, слушаешь, что она болезнь, на него не влияет. Вдруг рядом с человеком, который вообще посвятил себя любимому делу, это ему еще доход. Это вообще прекрасно, я считаю. Вам надо быть примером для многих-многих людей. Я посмотрела, ну ладно, приехала. Об этом я была в поездке. Мы плавали на теплоходе по Золотому кольцу. И думаю, о, вот это мне надо купить, мне подходит вот это. И вот это мне надо купить, это я все заберу, еще все старье сверху. Как-нибудь с Леной свяжу. В какую-то очередь она меня поставит. Ладно, приехала. Нет, она только подписалась и пришла. Повыше ее еще. Приплываем мы домой. Еще один. На следующий год в этот день мы приплываем домой. А там в поездке где-то брал интернет, где-то не брал. А мне муж еще смеется. Что ты там тыкаешь? Ну что ты тыкаешь? Нет никакого интернета здесь. Плывем, рыбинское водохранилище. Где интернет? Я говорю, я же Лену смотрю. Я уже не смотрю. Я говорю, что там такое, Лена? Приплываю, я лечу. Потом скажу, куда, думаю, о, на Гуа была Леночка, была, ну куда-то летит, потом в Москву. Ну вот я по Золотому кольцу-то по храму-то поездила, думаю, ой, это мне удача. Это вот Господь так говорит, думаю, надо мне быстренько собраться в Москву и приехать. А я тут недалеко, в Калужском, я сама родилась в Калуге, сейчас ездили, вот у нас на Украине. Всего-то? Да. Девчонки, вот смотрите, все отцепили, входы перекрыли. Сколько вся вина через тернии это летели. Давайте дальше. Я не умею рассказывать. Ну вы хотя бы скажите, где... Хотя бы просто, чтобы мы запомнили, что вы Людмила. Я Людмила, пенсионерка, 72 года. Слушайте. В душе хочется многим заниматься. Вы теперь с нами. Смотрите, какая у нас семья-то огромная. У меня в душе вот как-то было. Как бы пообщаться? Жили бы вы поближе, думаю. Вот по своим. В общем, вы вдохновились. Да, да, да. Здорово. Да. Лена и семья. Вы в области живете или здесь, в Москве? В области? Я в Италии. Да, точно. Мы к вам на карьер ездим купаться. Я уже прилетела. Мы купались там? Да, да, да. Я Вера. Вера. Я в Москве живу. А что там? Что попало? Я через Марину Мишину.
Вы знаете ее? Да. Марина Михина. Вот и случайно попала. И вот я теперь Марину реже смотрю даже, чем вас, Леночка. И мне вот это вот все близко очень. То, что вы не пьете. Раз. То, что БАДы пьете. Два. Можно меня попросить? Именно вот. Здоровый, да? Вот. Ну и много-много вообще. Я смотрю по жизни. Путешествия. И хорошую попутчику найти. Потому что бывает тоже такое. Попадется. Вы в Москве живете? Да. А в каком районе? Вот мы вот вместе, рядом оказались. Ничего, вы добирались как далеко сюда? Прям далеко, 25 дней, я не знаю. Метро-то если есть, метро. Да правда? Не надо меня, вот снимай девчонок. Меня уже все видели 100 раз. Кстати говоря, я говорю, ничего в жизни случайного не бывает. Все вот как-то, да? Вот даже что если уже там угадаешь, да, это точно. Прям вот я правда думала, какой. Как бы вот никак, вот далеко, да, в принципе. Но все равно через Москву. Да, да, так далеко. Как она там одна живет, бедная, без нас. С медведями. Я живу в Москве, вот как оказалось, мои соседи прям вот живем рядышком. Судьба Насырова через Елену. Елену я слушаю, где-то смотрю с удовольствием просто. Я теперь на вас посмотрела. Мне уже дочь говорит, ты уже совсем мама. Чего ты, говорит, смотришь, как переделывают. Донхим, говорят. Да. Наши, понимаете, вот когда человек любит украшения, любит камни, вот это вот все родное. Когда встречаешь единомышленников, вот в лице, да, конечно, вот из ничего, из ерунды Елена такие выделывает изделия, просто удивительно. А я тоже кое-что делаю украшения, а вот недавно увлеклась кожей. Делаю украшения из кожи, подвески, кулоны, браслеты, ну все, что можно, сережечки, цветочки. Вот цветочки потом покажу. Да, и работаю, ну я пенсионерка, но работаю в продаже. Смотри, это вообще пенсионеры пошли, молодые такие. Рано вышло, наверное. Тоже ранняя пенсия? Нет, почему? Ну тогда я буду комплимент делать. Хорошо выглядите. Ну я работаю, соответственно. Работаю в магазине, где продают украшения продавцом. Да. Меня зовут Тамара, я живу 20 лет в Москве, я вообще-то считаю себя норильчанкой. Поэтому Красноярск – это мой любимый город. И я твои видики пересылаю всем, чтобы посмотрите, какой стал Красноярск. Спасибо, Тамара. Три раза была в Турции, никогда его таким не видела, как ты его мне показала. Вообще, смотрю с удовольствием.
два года жила во Вьетнаме, теперь хочу посмотреть, какой он стал твоими глазами. Очень я рада, что я наткнулась на тебя и что ты такой хороший человек. Спасибо. Вот, девчонки, я вас прошу о себе говорить, а вы все равно меня перебьете. Ой, какой конфет я знаю. Лариса зовут, еще Лариса Игнатова. Я из Москвы. Да, я вам писала. Ну, это сейчас надо Лену, а то я могу соврать, но скажу в русском плане. Ну, да, она спросила, что вы мне там писали. Очень приятно было. Вы видели, какая коробочка? Видите, познакомиться. Я смотрю, что энергетика у всех одинаковая. Все такие хорошие. Так что счастья, здоровья, все вы приезжайте почаще. Кто желает, можно сложиться или помочь приехать сюда. А я ношу Елена. Тоже очень люблю смотреть, поэтому не могу вот ни один не пропуская ее интересные очень такие видео. Они мне как бы вот нравятся просто, как она говорит, как она вот все показывает. Кота люблю, вот все мне нравится. Я говорю, про бижутерию, да, вот как бы такой человек, вот мне приятно просто смотреть. Я поэтому как бы не отрываюсь, и мне было интересно с ней встретиться, потому что вот, приятный человек такой, да, и как бы мы общаемся, вот женщины тоже очень такие симпатичные, все москвички. Вы еще до такого, да? Возможно, Лена и Света прям вот, ой, Лена, Лариса и Света прям вот я тоже хотела увидеть. Просто в общем, вы ради меня. Да я прям, я занимаюсь рисунком картины. Проснулась утром, думаю, что мне мешает, я корона на ушах давила. Да, я сняла, между прочим, вот старалась, да. Поздравляю. С собой нет, ну есть там, вернее, да. Вы из Москвы? Да, я в Москве родилась, у меня родители из Москвы, там все. Коренная москвичка. Да. Вы нас встречаете всех здесь. А как, все одна коренная москвичка? Да. Ну, так получилось, что я могу сделать. Бывает, это же что хорошо. Это редкость уже. Мы вас слушаем. А, кстати, да. Я на работе была одна. Меня зовут Лиля. Я из столицы Раменского района, города Раменска. Вот, вот наш человек. Приглашение. Хотела воспользоваться, встретиться непосредственно, потому что мы воспринимаем человека, как знаешь. Спасибо, Лена, что нас собрали все вместе. Сами бы никогда не догадались. Вот столько слезы убрать с глаз. Это что такие чувствительные? Аж слезы в глазах появились. Ой, мурашки, вы посмотрите, ее мурашки. Все нормально. И у меня пошли. Хочу поменять их, красавица. Молодая пенсионерка. Я живу в Марине, и кот у меня поднимается на сумке. Да, да. Ой, да. Кот, это вообще шкафа. Это кошка. Кучей, да? Это вот. Вот, я люблю писать, пошептать, рисовать. Люблю хороший юмор, добрых людей и всех, кто как-то помогает другим, чтобы жизнь стала наша. Что, я еще надоем в видеофрагментах, поэтому меня может пропускать. Я уже была. Да, все? Все. Елена, мы всех обошли. Девчонки, спасибо большое. Я когда буду монтировать видео, я еще раз это все посмотрю. Я вас теперь точно запомню. Я вам благодарна, что вы все пришли. Я вам так задумываю. А то у меня там браслетики, у кого-то там кошки. Надо лица свои. Ну да, конечно, я вас вот не могу в Ютубе запомнить, потому что у вас аватарки какие, да? У меня имя. Мы думали, как искать людей-то, кошек или кого кто. Поэтому, значит, сами давайте как-то знать, чтобы она вас. Вот такая компания. Вы посмотрите, великолепно. Только дам. Я вот только с вами об этом. Мы еще соображали, кем этот человек может работать. Она рассматривает, как фейсбоп стоит какой-то. Я говорю, ну может быть бумеранг. А потом мы зубы увидели. Я говорю, ага. Лена, говорю, нам надо. Берем ее с собой, забираем. Вам не в ту сторону, вам в сторону Раменского района. Украшения мы будем снимать. Кто квартиры сдает каждый месяц. Thank you.
вот, познакомились все, камеру отключаем, она у нас отдыхает, и мы начинаем просто общаться без камеры. А теперь знаете, что говорим? А на этом все. А на этом все. Было интересно. А теперь пока-пока. Пока-пока. До встречи. До встречи. До встречи.